последний миг, планы встречи у других. Только я всегда могу, когда нужно прибегу. Я как будто главный тренер, если... 正常人蹦迪. Baby последний миг, планы встречи у других. Только я всегда могу, когда нужно прибегу. 这句话我经常对你讲，你是我想含在嘴里的一块糖，贴着心上最后抵不过你的倔强，像个孩子总想反抗。Планы встречи у других. Только я всегда могу, когда нужно прибегу. 10년만 기다려, baby. If you like our video, please thumbs up and share. Thanks for watching.